Сейчас. Ну, я, наверное. А, все, да, работает, работает. Снимает, да? Отлично. Да. В этом месте, вот видите, столы сделаны. Mm-hmm. Сюда можно приехать, да, договориться с лесниками. Поскольку это сделано специально, они здесь убирают, мусор вывозят, если бывают отдыхающие, бросают все. То есть стоят мангалы в лесу. Можно поставить палатку с ночевкой. То есть это поляна отдыха. Поэтому мы заехали на эту поляну прямо на машине. Вот. А это вид на скалы и на Ялту. Вот сюда. Пойдем туда. На то место. Это с любого места очень красиво, потрясающе. Вот она. Наша вот Ялта. Она, наша родина. Вот она, наша Ялточка. И вот потрясающий обрыв. Очень близко подходить нельзя, опасно. Но вы видите, какая красота здесь. И тишина. Здесь удивительная тишина. Но телефоны сюда берут. Дозвониться можно. Видите, как красиво. Вдали Тарактажгара. Вот там вот гребень. Там тропа идет прямо туристическая тропа, от Боткинской на Ипетри наверх. Да. Вот. А здесь вот такой вид. Здесь даже наш домик видно. Но камера не может приблизить, потому что снимаю на телефон. Вот. А так можно было приблизить. А вот домик какой красивенький. Видите, сейчас, сейчас. А вот, вот на таком обрыве мы сейчас стоим. Вот. Это уж близко не подходи, пожалуйста. Хорошо. Вот, покажу. Видите, обрыв потрясающий. Горы молодые, красивые. И Ялта потрясающая. Она расположена, видите, в низинке. Вот, и по всему берегу. Отсюда она маленькая, но она очень уютная, красивая. И сосна. Здесь очень сильные ветра. Обратите внимание, видите, сосны. Они небольшие. Но они все искореженные, потому что здесь бывают очень сильные ветра. В Ялте тоже бывает ветер, но здесь очень сильный. Здесь березы выкрученные. Они как такие, как будто завивку им делали. Вот. Приезжайте, приезжайте в Ялту. До встречи.